доброго времени суток. Получил очередную маленькую бандеровку из Китая. Скорее всего, это заказ сайта GearBest. Да, так и есть. Это вот такой вот шар воздушный. Вот в виде такой вот фигни. Какая-то этикеточка есть, присутствует. Это здесь, судя по всему, надувать его. Необходим насос. В общем, стоимость этого шара довольно-таки большой. Я думал, он гораздо меньше будет. Стоимость его, по-моему, 50 центов. Дошло сюда по Украине, дольше шло, чем по Китаю. Ну, вот такой вот надувной шар. Воздушный шар. Будем надеяться, что он целый. Доставка, в принципе, долгая, очень долгая. Около 4 недель добирался сюда. Заказывал, как говорил, уже на сайте GearBest, стоимость 50 центов. Ссылку приложу в описании. На этом все. Всем спасибо. Пока.